На сегодняшний день, к сожалению, не все понимают ни ценность того, чем мы занимаемся. У меня один дирижер известный, которому уже 70 лет, очень известный человек, он меня спросил, а чем ты там занимаешься? Я говорю, семинарами. Он говорит, а зачем это? А ты думаешь, все они будут петь так, как ты? Ну, зачем? Зачем ты это делаешь? Чего время тратишь вообще? Ты лучше партию какую-то получи, приедь там ко мне, мы позанимаемся. Вот, и на какой-то момент, так знаете, сюда там что-то закрадывается, а потом так фу-фу-фу-фу. Так. Ну, то есть у меня очень огромное желание, желание только мое, желание и мое, и желание моего мужа, потому что мы это делаем вдвоем, буквально выходим в ноль, но пока есть такая возможность, я очень желаю этим служить. Вот то, что я знаю, умею, как могу, планирую, буду с вами делиться до тех пор, пока это будет возможно, пока меня кто-то не украдет, как Катя сказала. Потому что я чувствую, что рано или поздно это все равно произойдет. Вот, мы держимся пока у нас тут в стране, как можем. Но пока будет возможность, сейчас на зиму мы делаем паузу, будут вебинары через интернет, онлайн можно будет дома посмотреть. Вот. А потом мы опять продолжим после зимы, потому что мне жалко вас, холодно, я не хочу, чтобы вы ездили, вы очень, ну, проделываете такой путь. Вот. После зимы опять стартанем. Поэтому все, что у меня есть, берите, пользуйтесь.